Книга «Открытым оком», 11 том. Вопрос 2478. Когда от вас уходят люди, то помнят ли они то добро, какое получили в общине и лично от вас? Или злоба полностью сжигает все в них? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Люди разные, и потому след после себя оставляют не одинаковый. Уходя от нас, они осознают потерю. Но потом все затухает, и они иногда делаются против нас даже лютыми врагами, как Дружинин Дмитрий. Кавычки открываются. Заявление. Я, Дружинин Дмитрий Геннадьевич, по собственному желанию, добровольно прошу исключить меня из членов Свято-Анфимовской общины, так как не могу соблюдать требования устава в отношении бороды. Возможно, есть причины гораздо глубже, в которых я еще не разобрался сам. Благодарю отца Иоакима и Игнатия Тихоновича Лапкина и всех братьев и сестер за все то доброе, которое я получил от них. Прошу у всех прощения, в чем, против кого согрешил. Если что, кому должен в материальном плане, то прошу мне напомнить, я верну, заплачу при первой возможности. Прошу всех, кому не безразлично спасение моей души, помнить меня в молитвах пред Богом, который не хочет смерти грешника, но обращения и пользы. 10 апреля 1996 года. Дружинин. Кавычки закрылись. Кавычки открываются. Мир вам, дорогой Иоаким Тихонович! Мне очень прискорбно прощаться с вами и с общиной, где остались позади более 4 лет жизни. Я благодарю вас и всех благодетели моих за все то доброе, что мне было сделано. За молитвы, за крещение, за венчание, за отзывчивость, за заботу, за доброту, за помощь. Никогда и нигде среди неверующих Бога людей такого не найти. Желаю вам, батюшка, всего самого-самого доброго и всем вашим чадам духовным. Простите за боль, за все плохое, чем могла вас обидеть и что могла сделать, огорчить. Все думаю о вашей матушке Марии. Она всех вас, своих чадушек, любила, качала, носила у своего сердца, в котором была вера в Бога, и продолжает любить вас, так как любовь никогда не перестает. 1 Коринфянам 13:8. И написано также о том, что, взирая на кончину их, подражать вере их. И пишу это не с целью научения, вы намного лучше меня знаете Священное Писание, а лишь из переживания. Пусть спасет и благословит вас Господь. Волкова Анна. 12 декабря 2004 года. Премудрости Соломона. 14:25-26. Всеми же без различия обладают забвение благодарности. Премудрости Соломона. 16:29. Ибо надежда неблагодарного растает, как зимой иней, и выльется, как негодная вода. Сираха 29:19. Грешник расстроит состояние поручителя, и неблагодарный в душе оставит своего избавителя. 2 Тимофея 3:2. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Смешно ли нам, когда другие плачут? Их боль и скорбь охватывают нас. Мы разные, немирные тем паче, гнездятся в сердце увлечение, страсть. Не сострадать, естественно, привычно. На всех и слез не напасешься впрок. Ни адвокат, для бочек ни затычка, и любопытство знаем очень злой порог. Не просто с плачущим приискренно заплакать, с веселым радоваться нам еще труднее. Чужую боль унять, на ранах стать заплатой, явиться светом там, где потемнеет. К моим потокам скорби и судов стекались ручейки со всей вселенной. Талант поток умножили 100 раз, у камеры моей подмыли стены. Я испытал, вкушал и оценил поддержку, вовремя сочувствия в несчастье и на подъеме всех душевных сил любил учиться, не сгущая краски. Апостол Павел нам пример оставил. Быть как один из окружавших нас.
наш кодекс жизни из духовных правил. Сочувствие, покой теснятся в тяжких снах. Христос близ Лазаря усопшего стоял, в печали с сестрами прилюдно прослезился. Плац моего лица он развязал и снял. Увидел я его, смеющиеся лица. Пусть даже малые успехи у врага, пусть даже мизерно враг к истине подвигся, у гордости уже подпилены рога. Могу к нему зайти уже, не с прежним риском. Ловлю лучистые и светлые мгновенья, успеха недругов, друзей безразличных, на якоре надежды одной цепи мы звенья, когда не своего, а общей пользы ищем. 16 декабря 2004 года. Игнатий Лапкин.